В Мурманске большими темпами проходит и ремонт дворов. На очереди улица Павлова. О том, как представители администрации разрешили давние коммунальные вопросы, смотрите в нашем следующем сюжете. В рамках программы формирования современной городской среды двор между 57 и 59 домами на улице Павлова начали ремонтировать. Планом предусмотрены работы по ремонту проезжей части, стоянки и пешеходной зоны. Также будет установлено современное освещение. Однако на этом реконструкция не заканчивается. Жители окрестных домов уже не первый год жаловались чиновникам на качество дворового освещения, а также на состояние ливневой канализации. Эта вода затапливает наши подвалы. Ужасно стоит вонь в подвалах. Мошкарами нас постоянно мучают комары. Вот это наша проблема, которую мы хотим, чтобы она в конце концов решилась. Представители администрации пообещали собрать межведомственную комиссию, которая должна решить проблему затопленных подвалов. Также жители очень ждут новую детскую площадку, эскиз которой они добавили к проекту по реконструкции двора. В 19-м где-то году еще подавали всю эту заявку, все документы были собраны, нам обещали это сделать раньше, но наконец-то до нас очередь дошла. Да, конечно, когда мы подавали все эти документы, естественно, был эскиз, как мы хотели бы видеть нашу эту площадку. Нам пообещали сделать все, что как мы хотим. Сейчас во дворе на Павлова идет установка фундаментов под опоры наружного освещения, монтаж бортового камня, а также укладка основания под новую проезжую часть и детскую площадку. Всего в программе ФККС участвует 22 двора по всему Мурманску.